горячего чая и свежей выпечки манили прохожих заглянуть на площадку центра «Фортуна» с самого утра. Гостей радушно встречали мужчины и женщины в национальных одеждах. Традиционно фестиваль «Семейные ценности» объединяет представителей всех народов, проживающих на территории Лангепаса. Это отметил глава города Борис Сурцев, который торжественно открыл мероприятие. Когда вы собираетесь в таком узком кругу, вы передаете свои традиции из поколения в поколение. И этим крепите ее могущество, могущество семьи. А вся страна состоит из множества маленьких семей. Иван, чай, баранки, картофельные драники и, конечно, пышный каравай. Настоящее изобилие блюд традиционной белорусской кухни. Выглядит очень аппетитно. И на все это можно было не только посмотреть, но и попробовать. В первую очередь, так как мы представляем белорусскую общественную организацию, это будут драники, белорусская колбаса, белорусские конфеты. Естественно, будет представлена выставка промысла, там вышивки и так далее. Вот на мне рубашка символизирует белорусскую культуру, то есть достаток в семье, пояс, плодородие земли белорусской. А это башкирская юрта – священный символ национальной силы и единства. В быту она служит не просто жилищем, а местом, где люди собираются вместе и говорят о насущном. Наша сегодняшняя юрта показывает, насколько мы едины между собой для того, чтобы создать счастливую семейную жизнь. Представители хуторского казачьего общества в честь архангела Михаила продемонстрировали гостям праздников фланкировку – это искусство владения шашкой – и позволили всем желающим прокатиться на своих лошадях. Особый интерес – это развлечение, без которого не проходит ни один подобный фестиваль, вызвало у детей. Одиноких гостей на празднике не нашлось. Люди пришли целыми семьями, с детьми и родителями. И с удовольствием поделились с нами своими семейными традициями и ценностями. Это забота, это оплот, это самое важное в жизни. И поэтому в такой хороший воскресный день мы с детьми пришли к Фортуне посмотреть этот праздник. Мы с женой прожили 57 лет. Отметили 55 лет. 50-55 лет. Вот. Вместе с ней строили город Лангепас. Любовь, дружба, взаимоотношения прекрасные в семье. Вот это будет дружная семья. В завершении фестиваля всех желающих угостили блюдами национальной кухни. Так лангепасцы с удовольствием отведали армянский лаваш, татарский чак-чак, белорусские драники и многое другое.